18. Мы чувствуем, любим, плачем, сбегаем, падаем на колени. Привет. Отворачиваемся друг от друга. Ты не можешь защитить меня. Сначала защити себя. Посмотри на второй этаж. Я думал, что ты прекрасный сон. Да. Но ты кошмар, Чхайн-сан. Несмотря на все это, 18 мы побежали навстречу друг другу, взялись за руки, обнялись крепко-крепко. Когда ты меня угостишь? Ты все еще надеешься на это? Эй, я что, не могу пообещать? Посмотри на себя. Ты специально не угощаешь меня? Потому что тебе нравится дразнить меня? Может, это у тебя впервые? Дай-ка подумать. Подумала. Нет. Эй, Чхайн-сан, а ну стой. Я тебя предупреждал, что я сделаю, если будешь стоять ко мне спиной. Хочешь пойти ко мне? Или тебе не хватает меня в своих снах? Мы можем снова упасть. И, возможно, нам придется встать на колени. Но мы... Что бы ни случилось, мы... будем идти вперед.